Ну что ж, дорогие наши модницы, вот та история про маленькое черное платье. Только наша история с хорошим концом. А это значит, наше платье La Prima сегодня выбирает стильные модницы, кто не только любит классику, но и хотят подчеркнуть свою элегантность. Сегодня для себя я выбрала платье La Prima. Я ношу 50 размер и выбираю платье 50 размера. И платье La Prima — это сегодня специальное предложение дня. Цена 2899 рублей. Действует только до полуночи по московскому времени. И у нас пока еще есть размеры от 46 до 60. А в вашем гардеробе есть классическое маленькое черное платье? Нет? Тогда самое время его заказать. Ну и, конечно, хочется познакомиться с ним поближе, ведь в нем столько интересных деталей. Ну что ж, Арина, самое главное, здесь самые роскошные материалы. И прямо сейчас я хочу вернуться к тебе для того, чтобы рассказать о всех изюминках нашего платья. Самое главное, дорогие друзья, что классический черный цвет всегда был, есть и остается на пике популярности. Давайте прямо сейчас посмотрим, какие ткани использованы в нашем платье. Свет, а вот я правильно говорю, что чем кружево сложнее, тем мельче узор, тем оно дороже? Да, это правда, Ариша, потому что создание кружева — это очень долгий процесс. Почему издавна кружево считается одним из самых дорогостоящих материалов? Во-первых, это материал изыска, роскоши. И посмотрите, какой хрупкий рисунок. Но это кажется только на первый взгляд. Посмотрите сейчас, наше кружево усилено эластаном. Благодаря наличию эластана кружево не только тянется, а его еще невозможно и порвать. Посмотрите, я со всей силы растягиваю материал, но он остается невредимым. Еще больше, у него есть возвратный эффект. И это доказательство качества. Наше кружево не капризно и неприхотливо. Оно надежное. И платье La Prima — это специальное предложение дня. Только один день. Цена до полуночи — 2899 рублей. Пополните свою коллекцию классическим платьем, которое никогда не выйдет из моды. А значит, сегодняшняя покупка — это вложение на все времена в свой гардероб. Свет, но у нас здесь еще второй материал. Как он называется? Это велюровое полотно. Но ты знаешь, я хочу сразу сказать нашим модницам, чтобы они не путали это с бархатом. Бархат — это более грубый материал. Велюр дарит нам самые приятные ощущения. И я хочу продемонстрировать внутреннюю сторону нашего платья. Посмотрите, она совершенно шелковистая. А это значит, вам будет, во-первых, приятно, тело будет дышать. А еще мы видим с вами среднюю плотность нашего трикотажа. Посмотрите, я вот так вот растягиваю ткань и кладу ее на просвет. Но мы не видим никаких просветов. А это значит, что само по себе сочетание велюровых волокон очень тесно друг к другу. Создание этой ткани тоже сложный процесс. Поэтому раньше она была, возможно, только для королевских особ. Да, помните, королевские роскошные наряды. Сегодня так выглядеть можем мы с вами. Наше маленькое черное платье La Prima сегодня специальное предложение дня. Цена до полуночи — 2899 рублей. Скидка сегодня больше 1500 рублей. Свет, а ну еще один практичный вопрос. Велюр во время носки не будет вытягиваться? Весь секрет, конечно же, в нашей велюровой ткани в том, что соединение велюровых волокон происходит очень близко друг к другу. Поэтому мы, растягивая ткань, не видим никаких просветов. И еще, сколько бы вы ни сидели, сколько бы вы ни стирали это платье, оно никогда не потеряет своей красоты. В этом отличие нашего велюрового полотна с эластаном от обычного бархата. Посмотрите еще, как правильно подобрать свой размер. У меня широкие бедра, поэтому я платье выбрала La Prima размер в размер. Эластан подстраивается под мою фигуру, и поэтому я кажусь значительно стройнее. Еще мне очень нравится, Ариша, то, что в нашей ткани кружева мы видим Т-образный силуэт. Зона груди плавно переходит в рукава и тем самым расширяет ваши плечи, а бедра становятся стройнее. Давайте посмотрим еще на одно платье. Его выбирает наша модель Елена. У нее 48 размер, и она сегодня для себя выбирает платье размер в размер. Свет, ну я должна сказать, что это платье не просто красивое, не просто классическое, но оно еще и стройнит. В чем секрет? Да, действительно, я уже как сказала, мы видим Т-образный силуэт. Посмотрите, всегда, когда зона плечей расширяется, визуально пропорционально становится фигура. И еще, Арина, обрати внимание на длину платья. Это длина по колено. Ее очень любят наши женщины. Чем длиннее платье, тем вы будете смотреться изящнее.
изящнее. Мне очень нравится зона рукавов. Это те самые оригинальные нестандартные рукава, к которым мы не привыкли. Посмотрите, мы видим кружево, как оно оформлено. А это, я хочу вам сказать, настоящее качество. Посмотрите на легкие крылышки, маленькие фонарики. Все это, не только кружево, говорит о том, что наше платье для романтической стильной особы. Свет, а у этого платья есть возраст? И могу я его, к примеру, приобрести для своей мамы? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что это платье сегодня приобретают как молодые леди, так и взрослые дамы. Я хочу сказать, что у маленького черного платья никогда нет возраста. Забудьте о нем. Это платье сегодня выбирают для себя стильные леди, кто любит классику и не изменяет себе. Те леди, кто любит изысканные ткани, такие как кружево и велюр, которые раньше могли носить только королевы.